На Аллее Славы Лас-Вегаса 21 сентября 2020 года, в день 29-летия независимости Армении, установили именную звезду армянского певца Армана Аванесяна. В становлении каждой буквы моего имени, вы, это не только мой праздник, но и ваш. И ваш успех, отметил певец и поблагодарил своих зрителей, своих друзей за эту радость и достижение в творческой жизни. Звезда армянской эстрады Арман Аганесян стал 101-й звездой, удостоенной награды на Аллее звезд Лас-Вегаса. Певец эстрады популярен в Армении и за ее пределами известен своими искренними, лирическими песнями. Заслуженный артист Армении. Также этот день стал приятным сюрпризом, когда руководство Кларк Куанти объявило решение правительства о том, что 21 сентября объявили днем Армана Аванесяна в Лас-Вегасе.